Добрый день, как же вас зовут, представьтесь? Меня зовут Руслан, ну, Джуз, псевдоним. Что будете сегодня исполнять? Песню? Ну, свою авторскую. Какую? Малиновый джем. Сами придумали? Да, конечно. Где-то еще выступаете? Вообще? Не, вот сейчас только начинаем все это дело. То есть вы начинающий, молодой, красивый солист? Ну, можно и так сказать. Где можно найти вас? В каких соцсетях? Вообще везде. ВК, Инстаграм, вообще везде. Под каким псевдонимом? Джуз. Ну, есть Инстаграм RusJuz, а есть ВК. Ну, везде, короче, Джуз на английском. Угу. Только без палочки. Как сок. А что хотите донести своей песни слушателям? На самом деле, не могу сказать, что я что-то хочу донести, я просто музыку пишу. Ну, вот, что мне нравится, я пишу. Если кому-то еще это понравится, хорошо, если нет... Ну... Как свое творчество видите через лет 20? Не знаю, посмотрим. На пике, прям будем летать высоко, да? А с кем бы хотели бы спеть на одной сцене? Вообще всех взять, если артистов? Ну, Трэвис Скотт был бы, наверное. Из России с Маркулом выступил бы, наверное. Ну, я желаю вам, чтобы у вас сегодня все получилось, чтобы вы зажгли и чтобы дальше двигались. Спасибо большое, и вам удачи.